Ну что? Ой, большой жук летает, да? Котики. Разбежались котики. Ну что, поехали? Пойдем? Пойдем. Говори пока-пока, котики. Пока-пока, котики. Пока-пока. Ну что, мы собрались. Родители уехали. И мы тоже уходим. Да, Данюша? Пойдем посмотрим, какой зал ожидания. Пойдем. Ну, нет, не будем закрывать. Нет, Даня, нельзя. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай маме ручку. Давай маме ручку. Внимание! Скорый поезд 285 с сообщением Мурманск, Новороссийск прибыл на... Ну, это МакКофе, наверное, ну, или понятно, какой-то. Все равно. Даже и в одном по 50 рублей, как минимум, в городе. Где-то стоим. Вообще, мы очень часто где-то стоим. Станция. Вообще, мы тут клоняемся, по-моему, каждому... Да, очень медленно ездить сначала. Каждому столбу. Вот, чему мы клоняемся. Каждому столбу. Останов... Просто очень медленно ползем. И очень часто останавливаемся. Вообще до Ростова сколько? 450 километров где-то. Но мы будем ехать 7,5 часов. Да, такой долгий поезд.
проснулся? Алиса? Ты не проснулась, ты только встала. Самостоятельный ребенок. Даня? Дань. Сел на поезд, сидит. Едет пассажир. Да, ты хорошо себя ведешь. Хорошо себя ведешь. Скажи, не очень, да? Так, времена. Ты вернулся? Зачем ты вот у тебя? Мы в Ростове. Ты поцелуи раздаешь, Даня? Данюшка, смотри туда. Что там сзади нас? Спасибо. Мы ждем отправления на автобус. На шаттл. Нет, не так. Вот так. Где четвертый? Мы ждем отправления автобуса до аэропорта. Мы добрались в аэропорт. На часах 23:37. До регистрации еще 2 часа. 4 часа до вылета. Я с кофе. Потому что мои глаза закрываются. Очень хочется спать почему-то. Данюшка уснул в автобусе. В коляске так и спит, и в аэропорту сейчас с этим спит. Вот, а Алена поехала катать Алису, потому что Алиска проснулась, когда мы выходили с автобуса. Аэропорт в Ростове очень красивый. Я сейчас кофе попью и покажу. Тут такой прикольный стенд агентства недвижимости, или нет, строительная компания скорее, рекламирует свои новые жилые кварталы. Он новенький, кстати, его, по-моему, к чемпионату мира по футболу строили в 2014 году, да, или в каком-то... В России был чемпионат. В Ростове просто тоже были игры.